Всем привет, друзья! Сдаю сегодня металлолом, навожу порядок на участке, и это видео больше для хейтеров, которые пишут в комментарии, типа, еще недавно делал ремонт ванной за 6 тысяч, сейчас снимаешь 300 тысяч с карты, там 250 туда, 50 сюда. Да, ребята, жизнь она такая, сегодня одно, завтра другое, послезавтра третье, и никогда не угадаешь, где найдешь, где потеряешь. И очень меня радует, что среди моих подписчиков есть очень много близких мне людей, которые меня поддерживают во всем. Ну и немножко грустно, что большинство людей среди моих подписчиков, они недалекие. Вроде бы и не близкие, и недалекие. Такие ребята. Вот, сейчас вот это еще арматуру попилю. Для чего я это делаю? Потому что она потом будет торчать, когда это все разровняют. Это фундамент мне какой-то в яму привезли. Надо убрать, чтобы потом об нее колеса не прокалывать и так далее. Вот. И сдаю я сейчас металлолом не потому, что мне жрать нечего и надо, блин, сдать срочно денег, чтобы, блин, было что пожрать. А потому что я просто навожу порядок на участке. И то, что я снял 300 тысяч, это не говорит вообще ни о чем, в принципе. Потому что я взял, чтобы вложить в компанию, я взял 750 тысяч кредит. Что еще? 200 тысяч занимал, 200 было своих. Вот, как-то так. На сегодняшний день я отдал только долг, который занимал. Еще я должен 750 банку, и еще свои я не вернул. Поэтому говорить о том, что я там зарабатываю кучу денег, пока я не отдам кредит банку, я тратить и что-то покупать себе дорогое не буду 100%. Потому что хрен его знает. И всем хейтерам, кто пишет: надо отписаться, Илюша продался, какую-то шляпу впаривает, нам не верю, это развод. Ку-ку, ребят, вы с головой дружите нахрен? Вы со своей башкой дружите? Как я могу куда-то вас в какое-то кидалово втянуть, если я вам ничего не предлагаю? Я вам не говорю название компании, я вообще ничего не говорю. Я просто, как и раньше, как и всегда, показываю свою историю. Почему-то, когда я зарабатывал на тачках, никто не говорил, что: о, фу, кидало, ты хочешь нас развести, показываешь нам, как ты зарабатываешь. Но я пробовал покупать тачки и уходил в минуса, на тачках заработал. Работать нельзя, ты кидала, ты обманщик. Бредятина же полнейшая. Вы это сами вдумайтесь во то, что вы пишете. Это же порожняк полнейший. Просто, ну, невозможно. Такого просто не бывает, блин. Как можно такое писать, если у вас хоть маленько мозги в голове есть? Я вам скажу одну элементарную вещь. Что я настоящий, и я показываю только себя. И совесть моя, она не продается, понимаете? Я никогда в жизни никого не кинул и не собираюсь. Вот это то, что я хочу донести. Всем, кого что-то не устраивает, идите в задницу. Нажимайте кнопку дизлайк, отписаться и идите в жопу прямым просто адресом. А для остальных, кто в меня верит, кто со мной и кто просто интересна моя жизнь, друзья, просто смотрите и учитесь на моих ошибках, либо не ошибках. Просто смотрите, как я развиваюсь или не развиваюсь. Жизнь, она такая штука просто, понимаете? Сегодня то густо, то пусто. Взлеты и падения. Это как с любым курсом валют, я не знаю. Когда-то там доллар стоил 130 рублей, когда-то стоил 30 рублей. Так же и в жизни. Когда-то ты зарабатываешь, а когда-то ты просираешь все и начинаешь с нуля. И кто-то говорит, что я дебил, а я просто никогда не очкую начать с нуля, поэтому я всю жизнь свою рискую. И бывает, что рискую настолько сильно, что это может быть даже неразумно. Вот. А с другой стороны, что я потеряю? У меня литровый мотоцикл, который ездит со скоростью около 300 км в час, да? И летом я каждый день с женой на нем катаюсь, и никто что-то не говорит мне: ой, ты дурак, так рискуешь, там туда-сюда, продай мотоцикл, купи самокат и так далее.
А по факту я в каждую поездку рискую жизнью. А на данный момент я просто рискую деньгами. Что такое деньги по сравнению с ценой жизни? Пыль, вообще ничто. Поэтому, но если у меня получится, если что-то выстрелит, если начнет это, ну, это приносит на данный момент доход, но я еще не перекрыл расходы. Когда я перекрою расходы, и это начнет приносить мне прибыль стабильную и большую, еще и пассивную, блин, ну, я буду рад просто, я буду показывать все это. В любом случае, буду снимать какой-то контент, может быть... Может быть, буду снимать его не с этой страны, где-нибудь путешествовать, может быть, буду. Мечты большие, но главное, чтобы все реализовалось. А может быть, и буду работать на трех работах, чтобы платить кредит, поэтому никто не знает, что будет дальше. Так что самое главное в наше время, это время, которое все расставит на свои места и покажет, кто есть кто. Кто мошенник и кидало, а кто простой парень, который просто показывает свою жизнь и никогда, никогда никого не кинул. Всем огромной удачи, до новых встреч. Пока-пока.